спорта. Новый мир по-новому. На главной странице. Егор сам лезет, а сам потом Че, Вить? Он меня тоже достал, да. Извини, давай делиться обязанностями. Я убираюсь, ты мусорку распотрошил. Я убралась, ты Егора отвлек. Хотя пылесос, конечно, его отвлек. Гаси его, гаси этого бандитника. Бандитника вот этого. Да, Витя взял пакет с мусором, достал. Лови, лови его, давай, давай. Давай, давай, давай. А, правильно, масса его дави, Витек. Скорее, 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 скорее. Иди сюда. Бандиганчик. Скорее, скорее, быстро, быстро, быстро. Быстро, 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 зопа, иди сюда. Ага. Витек или Витек? Войтик. Ракеля на спорте. Фух, жарко, скажи, да, Егор? Уже скоро сплит будем включать. Я не пойду в этот гараж. Почему? Потому что я в этом уже ходил. Я не пойду два раза в одну и ту же. А ну, отдай, отдай. Да, Егор, отдай. Ай, ай, палец. Ты. Ты собачоныш. Ах, ты собачоныш. Да что ж это за собачоныш такой? Что это за вредный ребенок? Говорит, ладно, Витю за хвост потаскай. Скорей, скорей, скорей. Скорей, скорей, скорей. Скорей, скорей, скорей. Сейчас Витя нападать будет. Ой, нифига себе. На маму напрыгнул. Вот это да. Вот это с ума сойти. Витя, нападун. Ай, Вить, Вить, это. Я шучу. Хватит мне в машине. Укусил меня тогда. Он на руке только зазывает. О, так, нифига себе. Вот это да. Вот это нападение. Нападение на маму бессовестного енота, которого и быть уже не было бы, если бы не мама. Быть не было бы этого енота бессовестного. Не было бы его. Ну, давай еще раз посмей. Чего ты села, задумался над своим поведением? А этот жопель вообще не задумывается. Егорий. Ой. Зопа, хоть поиграется мама с нами. Маме точно камеру на лоб надо, блин. Чтобы она с вами двумя руками игралась и отбивалась от вас. Легко, чтобы от вас отбивалась. Ага, Вить, не обломишься? Опять за мусорным пакетом полез. Фиг тебе со смаслом. Ай! Ай, где твой нос? Давай свой нос. Поймаю тебя за нос. Ай! Ай! Да мне зи больно. Да мне зи больно. Больно зи мне. Мой сладенький. Сладенький мой. Егорий. А, да-да-да. Да-да-да-да-да. Да. Все, надо Ракелю открывать, да? То она как психанет на нас. Как психанет эта психушечка ненормальная. Ай! И мы сладенькие. Гляньте, у него... Я же говорю, чисто ежик. Я думаю, откуда адвокатушки валяются? А этот ежик их раскидывает, ходит. Вот он. Ходит, ходит, потом по полосу потерся. И катушки поролона. Эй, я тебя грызану. Перестань. Ты время видел вообще на часах сколько? Егор! Шел вон. Я прошел тщательную проверку, когда поступил на службу, поэтому все и всплыло. Такие случаи используют для проверки лояльности окружения. Но это женщина. Да, Бриджит настоящая. Ей кажется, что все это правда. Мне ее не переубедить. И другим тоже. Мои шляпки на окно засмотрелся. И говорит, да замос, мама, мои лапки пока потрогать. Мои лапки, мост потрогать, вот эти каляпки. А зачем это все? Чтобы проверить тебя в кризисный момент, Элис. Заводите с козы дома енота.
Готовы, сказал, в 12 ночи играться, чтоб енот спать пошел. И квартиры своей лишиться готовы? Вить, да что происходит у тебя? Иди сюда. Быстро, мама казала. Мама казала. Что там, Ольга приехала? Ольга приехала, пойдем.